свои отклики доставлены. Или это личная какая-то трагедия, или просто ситуация острая, да, когда все равно в любом случае действительно это связано с потерей. Это не всегда бывает потеря людей или потеря дома, вот тоже из разряда землетрясений, вот то, что составляет основу, если это ну, терпит какой-то ущерб, то это наиболее травматично. Дом, вот какая-то родина, какие-то отношения. Но это может быть... Не надо сбивать. Это может быть проживание, значит, вот боли больше или меньше, может быть связано или с... Не или, а может быть связано с личными свойствами каким-то, с опытом. У кого его больше там, травматично, у кого его меньше, кто-то чуть больше запас имеет, кто-то чуть меньше. Да, кто-то более уязвим, кто-то менее уязвим в любой ситуации. Да? И это может зависеть ну, от близости. Просто вот мы говорили, поэтому кто-то сам переживал какие-то ужасные такие события, кто-то был в стороне и наблюдал. Кто-то имел дело или оказывал помощь, или разговаривал с людьми, которые пережили это. Когда происходят какие-то события острые, следы разносятся, отдаются, вот как круги на воде, и может непосредственного участия не быть, но задеть все равно может. Вот я помню, как в Беслане, когда я причем тоже тогда переходила с работы на работу, я пришла, значит, на работу, а там идет трансляция. И как это было, как тревога вообще в Москве, как тревога здесь вот ходила просто, люди были напряженные, люди ходили. А когда была этот самый Норд-Ост, помню, просто бегала женщина у нас совершенно в другом районе Москвы, бегала босая женщина, которая вот как раз наиболее уязвима была, да, босая женщина, говорила, помогите, помогите, то есть обостряются, если у кого-то ну, там склонность, то есть психотические состояния обостряются, когда где-то что-то происходит, то есть резонанс идет, задевает всех, поэтому мы все связаны, и мы все можем ну, оказывать помощь и рассеивать хотя бы вот это с помощью друг друга и с помощью еще других каких-то вещей. Не обязательно все целиком самому. Не делать на это ставку, но пользоваться, по-моему, это очень даже самостоятельно, как мне кажется.